25 машин сегодня отправили в зону специальной военной операции благодаря поддержке правительства Тюменской области. Это автовозы и автомобили скорой помощи, их 5. До пункта назначения тюменских водителей ждет дорога протяженностью почти 2600 километров. Пойдут на Херсонское-Авдеевское направление, а также в Лисичанск. Они будут помогать нашим ребятам добираться от передовой до госпиталя, чтобы быстрее восстанавливаться. Эти запросы были непосредственно от наших бойцов, от тюменских подразделений. Оборудовали, дооснастили внутри, добавили там кислородные баллоны, оснастили дополнительными средствами реанимации, оказания медицинской помощи, вообще поддержания военнослужащих, их состояния до момента транспортировки на специализированные воздушные борты Министерства обороны.